Видеолекция по дисциплине «Система менеджмента качества в строительстве». Данная лекция рассчитана для магистрантов, обучающихся по образовательной программе строительства. Лекция подготовлена кафедрой СМИТ. Темой лекции являются принципы менеджмента качества. Первая часть. План лекции. Это основные принципы менеджмента качества. Ориентация на потребителя, то есть заказчика. Лидерство. Вовлечение людей. Процессный подход. Системный подход руководства. Постоянное улучшение. Принятие решений, основанных на фактах, и взаимовыгодные отношения с поставщиками. Целью данной лекции является ознакомление магистрантов с основными принципами менеджмента качества, такими как ориентация на потребителя, лидерство, вовлечение людей. И первое, что мы рассмотрим, это основные принципы менеджмента качества. Чтобы способствовать достижению целей по качеству, были определены 8 принципов менеджмента. Первый – это ориентация на потребителя. Второе – лидерство руководителя. Третье – вовлечение работников. Четвертое. Процессный подход. Пятое. Системный подход к менеджменту. Шестое. Постоянное улучшение. Седьмое. Принятие решений, основанных на фактах. И восьмое. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. На данном слайде прописаны 8 принципов менеджмента качества согласно предыдущему слайду. Ориентация на потребителя, лидерство руководителя, вовлечение работников, подход к системе как к процессу, системный подход к управлению,
постоянное улучшение, принятие решений, основанных на фактах, и взаимовыгодные отношения с поставщиками. На данном слайде мы видим, что все перечисленные выше особенности неизбежно ведут к результату. Иначе говоря, результат — это совокупность всех этих процессов. Пункт 1.1. Ориентация на потребителя, заказчика. Качество – это выполнение требований потребителя. Организации зависят от своих потребителей, и потому они должны понимать их настоящие и будущие потребности. Должны отвечать требованиям потребителя и стараться превосходить их ожидания. Ключевые выгоды. Увеличение доходов и долги на рынке за счет гибкой и быстрой реакции на благоприятные рыночные возможности. Более результативное использование ресурсов организации для повышения удовлетворенности потребителя. Рост приверженности потребителей, приводящий к повторению бизнес-сотрудничества. Следствие. Изучение и понимание потребностей и ожиданий потребителей. Обеспечение уверенности в том, что цели организации связаны с потребностями и ожиданиями потребителя. Доведение, то есть распространение информации о потребностях и ожиданиях потребителей по всей организации. Измерение удовлетворенности потребителя и последующие действия, основанные на полученных результатах. Системный подход к менеджменту взаимоотношений с потребителями. И последнее – это обеспечение сбалансированного подхода при удовлетворении потребителей и других заинтересованных сторон
таких как собственники, работники, поставщики, кредиторы, местные круги и общество в целом. Лидерство. Руководители определяют единство целей, направления и внутренний настрой организации. Они создают среду, в которой люди становятся полностью вовлеченными в процесс достижения поставленных целей организации. Установление целей и анализ их выполнения со стороны руководства должны быть постоянным элементом деятельности руководителя организации. Ключевые выгоды заключаются в следующем. Понимание персоналом целей и задач организации и мотивация для их достижения. Единые способы выстраивания, осуществления и оценки деятельности организации. Минимизация нарушения взаимосвязи между различными уровнями организации. Роль высшего руководства в системе менеджмента качества. Первое. Разработка и поддержание политики и целей организации в области качества. Второе. Популяризация политики и целей в области качества во всей организации для повышения осознания, мотивации и вовлечения персонала. Третье. Обеспечение ориентации на требования потребителей во всей организации. Четвертое. Обеспечение внедрения процессов, позволяющих выполнять требования потребителей и других заинтересованных сторон и достигать целей в области качества. Пятое. Обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии эффективной и результативной системы менеджмента качества. Шестое. Обеспечение необходимыми ресурсами. Седьмое. Проведение периодического анализа системы менеджмента качества. Восьмое. Принятие решений в отношении политики и целей в области качества. И, наконец, девятое. Принятие решений по мерам улучшения системы менеджмента качества. Основная обязанность руководителя организации – создание прибыльного бизнеса, привлечение и увеличение числа потребителей, деятельность по учету интересов потребителей, по обеспечению качества продукции, снижению себестоимости и продолжительности выполнения работ напрямую связана с системой качества и должна возглавляться руководителем организации. Он должен распределить вопросы качества между подчиненными и создать систему менеджмента качества, в которой сотрудники взаимодействуют между собой без прямого вмешательства руководства. Глава организации – системный руководитель, занимающийся совершенствованием системы менеджмента качества, так как большинство проблем с качеством продукции возникает на стыках между подразделениями, процессами и под процессами создания продукции.
Системный менеджер несет ответственность за восстановление целостности каждого конкретного процесса, координирует всю систему процессов и подпроцессов создания продукции или оказания услуг. Руководитель организации должен возглавить работу по созданию системы качества, анализировать, как она работает, намечать мероприятия по ее улучшению, но не вмешиваться в устранение конкретных дефектов продукции. Для создания системы он назначает представителя руководства, ответственного за функционирование системы, и создает группу проверки эффективности работы системы, то есть группу внутреннего аудита. Никакое серьезное дело не будет выполнено с наибольшим эффектом, если люди, которые его возглавляют, не возьмут на себя лидерских функций. Лидера нельзя назначить, им можно только стать. Лидерские функции нужны на всех уровнях организации при решении любых ответственных задач. Пункт 1 и 3. Вовлечение людей. Люди на всех уровнях организации являются ее сутью, и только их полное вовлечение делает возможным использование их способностей с максимальной выгодой для организации. Способы достижения. Командная работа, использование проекта как организационной формы, делегирование полномочий, предоставление всем членам команды реальной возможности участвовать в управлении и превращение наемных работников в сотрудников. Ключевые выгоды. Мотивированность, преданность и вовлеченность персонала в общее дело организации. Нововведение и творчество при достижении цели организации. Повышение ответственности за результаты своей работы. Стремление к участию и вкладу в непрерывное улучшение. Следствие. Понимание каждым своего вклада и важности своей роли в организации. Идентификация ограничений в деятельности. Принятие инициативы и ответственности в решении проблем. Самооценка деятельности через достижение поставленных целей и задач. Активный поиск возможностей повышения своих знаний, опыта и компетентности. Передача своего опыта и знаний членам команды. Ориентация на создание дополнительных ценностей для потребителя. Предоставление своего предприятия потребителям и всем заинтересованным в лучшем свете. Пункт 1.4. Процессный подход. Желаемый результат достигается более эффективно, если необходимые ресурсы и действия управляются как единый процесс. Под процессом же понимается любое действие, которое принимает входные элементы и преобразует их в выходные. Процесс должен иметь хозяина, то есть владельца.
Требования к системе управления качеством ориентируют организацию на принятие процессного подхода при разработке, внедрении и повышении результативности. Система управления качеством в целях повышения удовлетворенности заказчика за счет выполнения его требований. Для того, чтобы организация функционировала результативно, она должна выделить и управлять совокупностью взаимосвязанных процессов. Ключевые выгоды. Снижение затрат и сокращение временного цикла, эффективное использование ресурсов, предсказуемые результаты деятельности, фокусирование и ранжирование возможностей для улучшений. Следствие. Определение процессов, необходимых для достижения желаемых результатов. Идентификация, измерение и анализ влияния входов в процессе на его результаты. Определение взаимодействия процесса с функциями предприятия, выделение требуемых функций, установление четких полномочий и ответственности за управление процессами, оценки рисков, последствий и влияния процессов на потребителей и другие заинтересованные стороны, определение взаимодействия ключевых видов деятельности внутри и между подразделениями внутренних и внешних потребителей, поставщиков и других заинтересованных лиц. Уделение внимания при проектировании процесса всем этапам, их ресурсному обеспечению, измерению потребностей в обучении. Применение внутри организации строительного комплекса системы процессов совместно с идентификацией этих процессов, их взаимодействием и управлением этими процессами может называться процессным подходом. Преимуществом процессного подхода является возможность осуществлять текущее управление за счет связи между отдельными процессами внутри системы процессов, а также за счет их объединения и взаимодействия. Бизнес-процессы характеризуются тем, что имеют конкретного потребителя, готового платить за их результаты. Бизнес-процессы создают результат, законченное строительством здания или сооружения, отдельный вид строительно-монтажных работ, проектно-сметная документация, услуга по установке окон и другое, имеющие ценность для самой организации, заказчика и потребителя. Аутсорсинг – ситуация, когда для выполнения каких-либо работ привлекается внешняя организация, то есть используются внешние ресурсы – персонал, оборудование, рабочая среда. Аутсорсинг – это отказ от собственного бизнес-процесса, например, монтажа санитарно-технических систем или установки оконных блоков и приобретение услуг по выполнению этого бизнес-процесса у другой организации. Наиболее близкий аналог слова «аутсорсинг» – субподряд. В результате, если организация использует аутсорсинг для выполнения некоторых процессов, которые влияют на соответствие продукции установленным требованиям, то организация должна обеспечить, чтобы такие процессы находились под управлением. В случае, если организация использует аутсорсинг для выполнения некоторых процессов, которые влияют на соответствие продукции установленным требованиям,
то организация должна обеспечить, что такие процессы находились под управлением. Генри Форд сказал: «Если есть что-то, что у нас не получается делать лучше и дешевле, чем у наших конкурентов, то нет смысла это делать. Мы должны эту работу передать тем, кто ее выполнит с заведомо лучшим результатом». Внешние процессы, которые могут быть определены в строительной организации, выполнение субподрядных работ, управление механизацией, обслуживание здания, компьютерной и оргтехники, закупки, комплектование персонала, бухгалтерская деятельность, маркетинговые исследования, повышение квалификации персонала, юридические и охранные услуги. Внешние процессы, которые могут быть определены проектной организацией. Это разработка специализированных разделов проектов, антикоррозионная защита, молниезащита и так далее. Авторский надзор за строительством объектов. Выпуск проектной организации, размножение, брошюровка, комплектация, отправка. Маркетинговые исследования, обслуживание здания проектной организации, компьютерной и оргтехники. Остальные процессы аналогичны процессам строительной организации. Пункт 1.5. Системный подход руководства. Определение, понимание и управление системой взаимосвязанных процессов для достижения заданной цели является большим вкладом в эффективность и результативность организации. Она должна стремиться к объединению процессов создания продукции и услуг с процессами оценки соответствия продукции потребностям заказчика. При системном подходе к менеджменту организация предоставляет как система взаимосвязанных динамичных процессов. Предполагается командный подход к управлению, разрушающий барьеры между подразделениями. Требуется координация всех аспектов деятельности организации. При оценивании результатов деятельности организации наряду с финансовыми показателями оценивается удовлетворенность заказчика, показатели эффективности процессов организации и показатели удовлетворенности собственных сотрудников. Предлагается сбалансированная система показателей.
ключевые выгоды. Интеграция и выравнивание тех процессов, которые будут наилучшим образом способствовать достижению желаемых результатов. Сосредоточение усилий и ключевых процессов. Предоставление заинтересованным сторонам уверенности в том, что касается последовательности, результативности и эффективности организации. Следствие. Структурирование системы путем установления и разработки систем процессов, обеспечивающих движение заданных целей. Проектирование такой системы, при которой цели достигаются наиболее эффективным путем. Понимание взаимосвязи и взаимозависимости процессов в системе. Гармонизация и интеграция процессов. Понимание ролей и ответственности, необходимых для достижения и снижения межфункциональных барьеров. Постоянное улучшение системы через измерение и оценку. Понимание организационных возможностей, установление требований к ресурсам, выделение ресурсов, а затем принятие решений о действии. Пункт 1 из 6. Постоянное улучшение или непрерывное совершенствование. Неизменной целью организации является непрерывное улучшение. Область улучшения определяется по результатам оценки степени удовлетворенности заказчика, мониторингу и измерению результатов процессов и показателей деятельности организации. Систематический поиск возможностей постоянного улучшения по-японски называется словом «кайдзен». Это корпоративный, неспешный процесс постоянного улучшения всех аспектов деятельности организации. Эдвард Деминг сказал: «Совершенствуйте все процессы в организации, постоянно совершенствуйте каждый процесс с точки зрения планирования, производства и обслуживания». Ключевые выгоды. Повышение организационных возможностей, нацеленность деятельности по улучшению на всех уровнях на достижение стратегических целей организации, гибкость и быстрота реагирования на благоприятные возможности. Следствие. Формирование потребностей у каждого работника предприятия в постоянном улучшении продукции, процессов и системы в целом. Применение и распространение во всей организации согласованных концепций постоянного улучшения с помощью постепенных действий и нетрадиционных решений. Установление целей в области потенциального улучшения и критериев для отслеживания постоянного улучшения и степени достижения целей. Постоянное улучшение всех процессов. Обучение каждого работника методам и средствам постоянного улучшения, таких как цикл Деминга, анализ и решение проблем, определение измерителей и целей. И последнее – это распознавание и признание улучшений. Пункт 1 из 7. Принятие решений, основанных на фактах. Эффективные решения основаны на логическом или интуитивном анализе данных информации. Ключевые выгоды. Обоснованные решения, повышенная способность демонстрировать результативность прошлых решений посредством ссылок на фактические записи,
повышенная способность анализировать, отстаивать и измерять мнения и решения. Следствие. Измерение и сбор данных информации, относящихся к задаче, объективность, достоверность и точность данных, доступность данных для тех, кто в них нуждается, использование надежных и апробированных методов для анализа данных и информации, понимание ценности соответствующих статистических методов, принятие решений и выполнение действий на основе баланса результатов анализа факта, опыта и интуиции. Пункт 1.8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Возможность организации и ее поставщиков совместно создавать ценности усиливается тесными отношениями, выгодными для обоих. В Японии это характеризуется принципом камикерш. Вместе сделаем, вместе выиграем. Прекратите практику заключения контрактов по самым низким ценам. Не практикуйте ведение бизнеса, основываясь исключительно на цене. Эдвард Деминг. Ключевые выгоды. Повышенная способность создавать ценности для обеих сторон, гибкость и быстрота совместной реакции на изменения во внешней среде или потребности и ожидания потребителя. Оптимизация затрат и ресурсов. Следствие. Идентификация и выбор основных поставщиков. Установление отношений с поставщиками на основе баланса краткосрочных и долгосрочных целей предприятия и общества. Совместная работа по четкому пониманию запросов потребителей. Организация четких и открытых связей. Инициирование совместной разработки и улучшения продукции и процессов. Объединение практического опыта и ресурсов, обмен информацией и планами на будущее, признание достижений и улучшений поставщика. Обратите, пожалуйста, внимание на контрольные вопросы к данной лекции, а именно основные принципы менеджмента качества, цели документирования системы менеджмента качества, содержание стандартов ISO, после того, как вы ответите на вопросы, обратите внимание на список литературы. Это система менеджмента качества строительных организаций, учебное пособие автора Мазаника Басина и учебное пособие Попова «Управление качеством в строительстве».
Данные ресурсы вы можете найти на просторах интернета. Спасибо за внимание.